Я сосредоточен. Я полностью сосредоточен. Я полностью настроен на победу. Иначе быть не может. Иначе быть просто не может. Да плевать на этого горлана. На тебе. Так. Ну что, ребятки, теряйте все! В огне не горим. В воде не тонем. В лаве не плавимся. Так. Ну что? Уже почти. Да сколько можно? Так, сколько их осталось? Ну что, блин? Трое остались. Уроды, блин, с щитами. Идите сюда. Сюда идите, блин. Сейчас все будет. Мимо, родной. Ну все. Теперь уже все. Где твой щит, родной? Где он? Где? Скажи мне. Где твой щит? Ну и чё? Схавал! Ну и всё. Вот теперь нету твоего щита, родной. Ребят, как-то так.
Я это сделал. Так, давайте теперь подумаем, что дальше. Так, что я сделал? Так, а что тут? А, надо вот это вырубить. А как это... как туда подняться? А, вот так. Угу, хорошо. Вырубаем это нахрен. Опять буря. Да что ж такое, блин? Макс, хватит хромать, блин. Так, а дальше... А дальше сюда? Я извиняюсь, но, по-моему, пришли туда, откуда... Хотя нет. Не-не, ребят, здесь мы не были. Вот, как раз можно укрыться от бури. Это тюремные камеры, блин, где узников держат лет по 30, блин. Так. Так, ну здесь тупик. Хотя нет. Как сказать? Родной, ты что-то перепутал. Офигеть, какие-то отмороженные, блин. Посмотрите. Офигеть. Знаете, на кого похоже, ребят? Half-Life, вот эти девки в черных обтягивающих костюмах. В первой Half-Life. Такие же резкие, как понос, блин. И такие же резкие, как вот эти ребята. Так, требуется взрыв. Хорошо. Сейчас найдем чего-нибудь. Типа канистры. Так.
Так, хорошо. Идем дальше. Так, а тут что? Водичка, это хорошо. Немножко, но все равно лучше, чем ничего. These lands will echo with your screams for ages. You come into my house now. Ты не уйдешь отсюда живым, но ну конечно. Сейчас увидим, кто не уйдет отсюда живым. Охренеть их здесь, ребята! Еще и этот горлан, блин! Ну, вешайтесь. Да, да, да. Просто запинал, затоптал в асфальт, можно сказать. На, на. Так, аккуратно. Так, ребят, надо его заманить сюда. Иди сюда, придурок. Иди сюда. О. Теперь сюда. Кстати, это будет лучше. Блин, сам вступил. Блин, близко подошел, ладно. Что ж такое? Тихо, 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 тихо. Сюда иди. Все, чуть-чуть осталось. Сейчас, родной, сейчас все будет. Так, что-то у него жизни даже не тратятся. Ладно. На тебе. О, отлично. Все, готов, родной. Не, еще не совсем.
Финишный штрих. Сейчас будет. Иди сюда. Вот и все. На! Наконец-то, ребят, наконец-то! Фу, блин. Ну что, ребят, давайте посмотрим, что есть новое у нас. Офигенное. Это закрыто, а это открыто. И что, походу все. Ну, поехали сюда, добраться до северных тоннелей. Следующая миссия. Только закроем нафиг этот огонь. Чё там у тебя, родной? Ой, 90 лома. Как много! Так, где наш жестянчик? Так, ладно. Так, а здесь что, я не понял? Добраться до шахты. А, так мы еще не полностью прошли. Ладно. Ну хорошо, допустим. Главшака мы загасили. А что еще? Что еще от нас хотят? Так, вот сюда. Так, ты теряйся, эмблема. Так, нет, мне туда. Водички наберем. Да что ж такое, блин? Опять ногу подвернул. Так, а как же мне пробраться туда? Так, а если сюда? Не, ну здесь, я не знаю, будет проход, нет? Блин, я что-то вообще не врублюсь. Пришел оттуда, откуда вообще заходил. Твою мать. Ладно. Сделаем проще.
Так. Так, а теперь вроде осталось совсем чуть-чуть. Какая-то... А, добраться до шахты, точно. Так. Ну, стесняюсь спросить, а где эта шахта-то? Последнее не взял. А, вон оно что. Окей. Реликвия очередная. Так, ладно. Не буду переводить, но его. Картинки нет, неинтересно. Да. Но, как говорят, у некоторых есть воображение. Видимо, это не про меня. Так, видимо, зря я сюда спустился. Так, а мне аж вот туда, да? Так, а как же мне попасть в эту трубу? Твою мать, а? Давай, давай. Шахта, шахта. Где же эта шахта? А, вот. Так. По-моему, я на верном пути. Ну да. Кажись, я на месте. Не угадал. Так, ну что, вот я и добрался. Пора подать сигнал. Так, вода. Ну, в принципе, воды у нас полно. Так, дальше. Здесь что, здесь ничего.
Так, и здесь ничего. А что делать? Так, что еще выше, что ли? Так, сюда, значит. Так, подали сигнальную ракету. Вернулся красноглазки, все. Так, ни хрена тут нет быстрого перемещения, поэтому хотел сказать пешочком, да не. На своих четырех колесах. Лишний лом еще никому не помешал. Выжили, отлично. Хотел сказать, ребята, делайте ставки. Спрыгнем нормально или нет? Видимо, нормально спрыгнули. Чё вы, придурки, блин? Да, блин! Твари. Так, сейчас все будет. Вставай, вставай, вставай! Ну то урода, блин. Да неужели? Неужели они все повыходили, блин? Этого зря, ребят, повыходили. Вы, можно сказать, себе подписали смертный приговор. У меня новый уровень, ребят, опытный шофер. Так, а где мой жестянщик? Блин, ну дробовик я весь потратил. Так, а мы тут проедем? Я думаю, мы вот здесь вот проедем. Офигеть, снайпер. Так, родной, ходи сюда.
затормозил, ребят. Твое мастерство впечатляет. Из гонок ворона обычно мало, блин, не успел прочитать. Короче, ребят, вы поняли, да? Вы поняли, что меня завалили. К сожалению. Фух, это печально. И это, к сожалению, печально. Так, но у меня появились новые апгрейды. И это очень даже неплохо. Блин, что за очки? Фигня какая-то, если честно. Так, а вот это вот. А, это прическа. Так, верните мне мой старый окрас, пойдет. Так, а здесь что нового у нас? Разбивание щита. Отлично, ребят. Вот чего я ждал так долго. Да что ты, блин, назад? Сразу. Контратака. Контратака с холодным оружием. Прекрасно. Теперь гараж. Так, а в гараже что нового? В гараже, по-моему, все старое. Не, ребят, в гараже. Да. В гараже все старое. Ну ладно. Теперь сюда. Сейчас с барышней с нашей побеседуем. Парус мы получили. Он сослужил нам хорошую работу. Так, это что, типа наша награда? Реликвия прошлого. Какая-то картинка, по-моему, с заправкой, если не ошибаюсь. Джефф, дождись меня. Это моя последняя командировка. Обещаю. Когда я вернусь, если вернусь, все изменится к лучшему. С любовью, Адам. I'll find these landmarks. I'll find the loot. Так, ну что ж, ребят, коротко и ясно. Найду... вот именно вот эту, если заправку, найду сокровище, да, как он сказал. Так, ну что ж, а теперь давайте, наверное, приступим к следующему заданию. The wind catcher is functional. They soon set sail. They'll run dry out there. Perhaps, but the sail has another benefit. Collecting dew at dawn for drinking. But food remains a problem. I know an undiscovered place of the old world. Full of tin cans. More food than you and I could ever eat. Mm-hmm. Bring back what we need, and you get all that remains. What do you think? Deal? Deal. Так, красноглазки, нужно запастись провизией для предстоящего путешествия. Она рассказала вам, как найти место, где, по слухам, хранятся запасы еды. Разыщите это место и заберите еду. Так, крестиком обозначила на карте между двумя локациями, да? Блин, где тут спуск? Пусть будет это спуск. Так, давайте посмотрим на карту теперь. Где она там крестиком отметила? Вот это что ли? Первую точку с помощью ракетницы добраться до северных тоннелей. Ребята, это, кстати, основное задание, где мне
последний раз, где меня в последний раз убили, да? Смертельная гонка, опять же. Так, хорошо. Пусть будет так. Ближайшее, куда я могу? Вот сюда вот. Вот сюда и поехали. Сейчас первую точку на карте пометим сразу. Так, значит, мне сюда. Славься, ангел. Ой, жестянчик. Находка для шпиона. Кстати, основное задание, где... Ух ты, в Гастауне аж уже, офигеть. Финальная точка, можно сказать, пребывания. Вот что новый движок вытворяет, а? Вы слышите, как ревет мотор? Это вообще жесть. Так, мы едем правильно. Блин, ребята, мы теперь можем щит без проблем, просто без проблем пробивать. Это, блин, это то, чего я вообще ждал очень, очень долго. Вот честно вам скажу. Такой автобан жесткий. А маршрутов здесь нет. Говорит, что в этом районе настолько сильные бури бушуют, что просто сотни, а то и может быть и тысячи людей здесь погибли вместе с машинами, заживо похоронены песком. Поэтому, говорит, поторопись давай быстрей. Слушайте, вот это жесткий там, конечно, завод какой-то вдалеке. Так. Приехали. Так, пометили место. Хорошо. Так, отметить вторую точку. Вторая, вот она. А что ж тут было раньше, а? Мне прям интересно. Блин, далеко до нее ехать по песку. А медленно так, так, ну, благо у меня есть нитро, чуть-чуть ускорит процесс езды. Ох ты, вот это жесть, конечно, так летать по дюнам. Вот живую, мне интересно, как ощущение, как на американских горках, наверное, мне кажется. По крайней мере, по горам на той же Ниве примерно так, да, как на американских горках, ребят. Вот, жестянчик так же думает, ребят. Как и я. Что там такое? Бури нет, я надеюсь. Пока. Ух ты! Это что такое? Ты откуда взялся? Так, вынес мозг обоим. Не, нормально, они прямо из песка, короче, появились. Офигеть можно. Так, где у нас третья точка? Третья точка вот она. Так, ну до трассы ехать смысла нет. Придется так. Ну вот оно уже, шоссе виднеется там, а оттуда... Так, главное, чтобы бури сейчас не было. Мне даже укрыться толком негде, если так подумать. I think she's
Она вроде сказала смотреть вдаль на зоры и искать где-то надо эти места, откуда будет видно точку пересечения. Так. Точка пересечения. Машин нету. Старостепенная на главную выезжаем. Что-то это красное вдалеке. Хотелось бы мне знать. Мега-супер-снайпер какой-нибудь сидит. Так, стоять. Кажись, прибыли. Так, ну и чё? А, вон она. Ну окей, погнали. Где? Где ты увидел могучего вихря? Эту гробницу разрыли ветры, говорит. Не, ну я, ребят, вихря не вижу пока никакого, если честно. Где он его увидел, блин, хз. Так, давай быстро. Так, добраться до церкви. Вниз. Фонарик руби. Эй. Так. Что тут у нас? А это что такое? Какой-то склеп жесткий со скелетами, блин. Так, офигеть, поломался нафиг. Так, что написано? Вы свиньи, вы убили всех божьих служителей. Гореть вам в аду. Океан уходит из-за вас. Вы рассердили Господа, и он забирает у вас воду. Ясно, ясно. Так, лом. Укрытие в случае войны здесь было, да? Блин, есть кнопка для фонарика? Я вот, честно, ребят, блин, не помню. Сейчас. Так. На земле. Прыжок, действие, парирование, бинокль. Ага. Фонарь, троечка. Блин, я думаю, чё я мучаюсь? Да ну ладно, неужели? Так, что тут? Склеп, склеп, склепы. Черепа. Прям как... Опять же, ребят, ссылаюсь на Skyrim. Да? Как и до этого тоже один раз сослался. Видно, что если от третьего лица играешь, кажется, что в Skyrim'е. Так, это одежка. How do I get past this? Как добраться? Взорвать нафиг все. Давай.
Отходи отсюда, блин. Так, отлично. Это забираем. Это тоже забираем. Еще ниже, батюшки. А тут уже, ребят, попахивает хоррором. Таким жестким, я бы сказал. Ну да, сломался фонарик, все дела. Че, кажись, это ходит там. Че, все? They barricaded themselves in here. Расфигачил все к чертовой матери. Так. Сейчас. Так, это, видимо, это запасы с тушенкой, про которые красноглазка нам говорила, да? Которых тут немерено. Жрать не пережрать называется. Собачек консерв тут тоже куча. Так, фонарик. Ага, фонарик работает. Хорошо. Так, ну и чё? А как мне отсюда это все вынести? Или вывести? Или что, что сделать вообще с этим? Хотелось бы знать. Или просто ей сказать об этом месте. Блин, да поесть. Я не хочу есть. Я что-то не пойму, что дальше тут делать. Да, консерва тут, конечно, вообще. Ну точно, да, можно, не знаю, 1000 человек кормить там в течение, там, я не знаю, какого времени, месяца, точно. А если группу из 10 человек, то тут хватит, блин, я не знаю, на годы, наверное. А может и нет. Половина пропала уже нафиг. Так, а что у меня? Выйти из церкви, подать сигнал. Все. Выйти из церкви. Церковь привлек к нам внимание. Да ладно, чё? Разберемся сейчас. Кто там может быть, блин? Кстати, а я сюда шел? Да, я сюда шел, все правильно. Стоять. Новый враг, ночной щит. На. Ну, родные, по очереди подходим. Так, походу, ребятам потихонечку приходит кирдык. Иди сюда. Коронный прием, молот называется, блин. Или гробовая плита, да? Как у Undertaker. Кто знает, о чем я говорю, тот поймет. Так, ну что, выходим. А пришли мы, по-моему, отсюда, если не ошибаюсь.
Да. Наверх. Так, подаем сигнал. Теперь она пошлет своих ребят. Так, чё, куда нам катить дальше-то? Давайте поглядим. Так, ну что, вернемся к старому заданию нашему, я думаю. Цель добраться до северных тоннелей. Так мы до них, к сожалению, и не добрались. Лучше выезжать отсюда. Так, новое в гараже. Что новое в гараже? Нету ничего нового в гараже, господи. Что за глюк, блин? Так. К шарику к этому мы так и не добрались. Не получилось у нас. А, вот к этому, да. Ну ладно. Так, значит, так, ничего страшного. Ехать, в принципе, недалеко. О, обнаружен маршрут конвоя. Ладно. Ку-ку, ребята. Одного задел все-таки. Это что, они у меня ракетой, что ли, стреляли? Гады. Так, стопэ. No surprises. Так, это что? Опять она. Keep your heat up, Holstead. You hot stuff in the Great White. But here, nah, you're just another meatbag here. Say you want in on this? Help me with this loot, and we'll split it middle-wise. Так, что-то она там нашла, говорит, помоги откопать. Половина твоя. Ребятки, вы вообще-то меня протаранили, если чё. Тут ещё и снайпер стреляет. Снайпер, смотри, что с тобой сейчас будет. Внимательно в прицел смотри. По машине попал, зараза. Стоять. Немножко не подрасчитал. Да что ж такое-то? Приехал. И вышку нафиг. Так. Дальше сюда. Конвой. Нет, не успеем никого задеть. Теперь сюда. Так, а мы правильно едем? Да, правильно. Добраться до северных тоннелей. Офигеть, там город, конечно, жесткий. Посмотрите, как дымит. Так, сейчас снайпера уберем. Я думал, лучше сразу вышку. И все. Так, а пугало получится, интересно, или нет?
получится. Гарпун нового уровня нужен. Так, вот мы и на северных тоннелях. А мы проедем на машинке. Так, чинись давай, родная. Не, ну здесь походу надо на машине все-таки, ребят, проезжать. Фары, конечно, слабенькие, ребят, ничего не скажешь. Так, тягач должен быть справа. А что за тягач? Так, засада недавно была, горит. Так, ребята, я что-то не понял. А походу дальше пешком надо идти. Ну да. Точно пешком. Так, идите сюда, ребята. Эти чмошники на прямоходящих снорков, ребят, похоже, если честно. Ну все, родной, засыпай, как говорится. Так. Сюда. Кажись, сюда. Так вот, я не знаю, нужна ли мне машина. Так, нет, это просто какой-то контейнер непонятный. Машину, конечно, можно взять. Слушайте, а неплохо машинка ездит, я вам хочу сказать. По этим самым. По воде. Или тут воды сильно нет. Все, блин, приехала. Кажись, машина. Давай, давай, давай. Нет, тут походу надо как-то, может быть, с разгону. Офигенно с разгона. Просто офигенно, ребят. Так, а что ж делать-то? Где-то есть, видимо, какой-то проход. А вот какой?
Вопрос на миллион. Так, что тут? Так, ну допустим сюда. Так, вот мне интересно, там прохода, значит, нет. Здесь, блин, я застрял, жестко застрял, ребят. А как же, а что ж дальше? Ну, давайте назад, наверное, я не знаю. Хотя смысл было тогда сюда приезжать. Если здесь тупик. Да, ну, завалил я этих самых идиотов, этих противогазок грёбаных. Так. А вот, кстати, мне интересно. Вот это вот можно как-то... А, тут ломиком можно поработать. Вот оно что. Ребята, вот оно что. Теперь все понятно. Последний замах даже лишним был. Хорошо. Так, что дальше? Ох, мама родная. Вы посмотрите, сколько их. Ребятки, вы не угадали. Офигеть, он ему с дробовичка в упор всадил, а? От души, просто от души. Плюсую, блин. Все? Все успокоились, блин. Водички попить не мешает. Так, хорошо. Идем дальше.